Дима надеется, что американец сделает то, что не положено в Нью-Йорке. Круг подтвердила правила игры? Да, самое главное захватить ядерное оружие, чтобы это не стоило. Как с французской полицией? Если бомба взорвется, то будут обвинять Россию. Тогда миллионы погибнут. Несколько мертвых полицейских – ерунда по сравнению с этим. Соломон – долбанный псих. Даже после того, что случилось, все равно хочет реванш. Соломон может быть и псих, но отлично знает, чего он хочет в этом сочинении своей цели. Дима, ты помнишь, в последний раз мы здесь были по Триумфальной арке, у могилы неизвестного солдата? Помнишь, что ты сказал? Что если бы были люди, люди осознали, какого здесь мы оказываем на мир. Да, сегодня несколько человек узнает о том, что мы сделали для человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это мучает. Но я себе это стараюсь подавить. Приблизимся к Евмекс-обмену. Мы в зоне поражения от фондовой биржи. Дима, зажигаем IP-блокиратор. Соломон не сможет активизировать ядерный чемоданчик с настояния, если мы будем в близости от него. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься. Помни, в ядерный чемодан не стрелять. Он может повредиться, распространить энергию. Все готовы? Давай, жми на газ. Давай. Пошли быстрее. На меня! Через автопарк. Вниз на уровень, бей, потом вверх по лестнице. Давай влево. Давай на один.
Сергей. Дима, на точку. Катастрофа! Отсоси! Положение соблюдателей. Топор лично сообщил расположение факела. Прием. Основной торговый этаж вот туда. Thank you.
Давай, Дима! Основной торговый этаж вон сюда! Шевели! Ты, двигай! Загнать его сюда, тогда мы его захватим, понял?
за бомбой! Нет! Оставь меня! Мне конец, я... Домой не можем оставаться! Мы должны следовать его приказу! Давай, Тимо! Вперед давай! Нам нужно идти! Пошли! Что за херня, бля? Это же пустышка, не ядерное оружие, бля! Топор лещему, где факел?